Коллеги, всем привет! Сегодня у нас от красочка целиком борта Туарега. Была неприятность с цветом по двери. Я на стриме рассказывал. Ну, в общем, дверь была где-то в Германии замененная, покрашенная. Покрасили в ростях на соседние элементы, а мы делали на ней морду. Дверь была не в приборе, потому что на нее затягивались. Решили покрасить, в стык под прибор. И в итоге цвет не сошелся с дверью. Несколько раз перекрашено было, не попадает. Поэтому весь борт ободран и вперед. Все обезжирено. Что сейчас будет требоваться от меня? Что-то я перчатки рано одел. Отворотным валиком позаклеивать все, что куда не должен попасть сейчас грунт, потом переклеится и куда не будет должна попасть краска. Заклеить вот эти вот ручки, отверстия из-под ручек. И так уже все обезжирено, подготовлено, то есть будем начинать. Ручки я заклеиваю вот таким способом, то есть я поролоновый валик, примерно смотрю, сколько мне туда надо будет, и скатываю липким наружу и потом его туда заправляю. Очень удобно, он оттуда не вываливается, потому что липкий слой чуть-чуть есть. Делайте так, чтобы он под напряжением был, и банально удобненько. Туда надо чуть-чуть поплотнее и поменьше, потому что из ручек, из вот этих, будет лететь столько грязи из дырочек, если их не заклеить. Потом устанете вот тут, вот так вот будет лететь, реально на пол двери. Здесь ручки висят просто под открас, потому что они уже подуставшие, их нужно тоже делать. Интересно получается случай, из-за того, что дверь была раскрашена, покрашенная дверь в переход была хорошо кем-то, то есть сделали ответственно. И по прибору сильных прям таких отклонений не было. Была какая-то непонятка, поэтому решили, делаем, значит делаем. Лучше бы ее не трогали, никаких вопросов не было. То есть у нас цвет с заводом все четко совпадает. То есть крыло поставили с батончиком, с капотом, все идеально. А дверь с дверью в итоге не совпала. И причем несколько колористов делали краску. Мы пытались переделать дверь, только дверь... Безуспешно. Так, тут есть. Валики заклеили. Теперь у нас есть вот такая замечательная штучка, которая делает вот такой замечательный отворотный скотч. Потому что она липким вверх, надо отбросить. И мы сейчас, вот этот край полностью весь вот здесь и вот здесь. Также с той стороны крышу прикрываем, чтобы туда... То есть все заклеено, вот так покажу, все заклеено вот так. И нужно, чтобы у нас остался открытым только пока что металл. То есть нужно под ребро снаружи вклеиться, а потом переклеить на нижнюю плоскость. И здесь пройти вдоль герметика краской лаком, а вдоль вот этой части открытого металла пройти грунтом. Красится все через мокряк, красится все под прибор. Поехали. Чем удобно, длина этого мотка ограничена только той, скажем так, зоной, куда вы можете отойти с этим мотком. Тут, в принципе, форточка вообще все закрывает. Тут приклепывается такой молнинг, поэтому тоже можно сильно не возвращаться, но зато жесткой линии не будет. Я так просто сделаю красиво. Теперь все проглаживаем. В
Тут то же самое. Пойду включу вентиляцию, потому что душно. Красимся в вечер, потому что на улице днем больше 30. Ой-ой-ой. Уменьшу обороты, чтобы не маслать лишнюю электроэнергию. Вот сейчас чуть-чуть подорожало. В общем, вот так завернулись. Тут пусть мокрак залетает, чтобы все было ровненько, одинаково. Это пока что под грунт, под краску переклеюсь вовнутрь. Тут хорошо резинка закрывает, такая широкая, плотная, но все равно. Здесь вдоль ребрышка, чтобы все было красивенько. Лишнее прикрыли. Багажник в открытом положении с карманом, чтобы можно было нормально пролачить. Потому что ребята, которые делали в переход, раскрашивались, они здесь оставили перепыл. И мне в него точно так же перепылиться уже не получится. Бампер тоже с ремонтиком был. Передуем. И крылышко было с ремонтиком. То есть уже все за один это. Тут просто там косячок вылез, его переделали. Крыло можно было не трогать, все было нормально, но чтобы все было свежее, потому что по времени уже что-то полгода, по-моему, прошло, как сделали. Войнушка, все дела вот эти помешала. Короче, делаем целиком борт, хотя крыло можно было бы и не трогать. Само собой, и лючок, и накладки все дверей, и все остальное. Накладки дверей решил прищелкнуть, то есть тут под накладкой изнутри все заклеено. А саму накладку решил прищелкнуть, чтобы было видно, как она стоит. У нее очень много всяких уголков, заворотов, и повесить их на вертолет отдельно. Банально можно где-то провтыкать какой-то торец. Будет не камин. Следующая задача. Протираем все кислотной салфеткой. Мы их храним в пакетиках после того, как из банки достали. Если она еще остается работопригодной, то мы ее храним в пакете. Кислотой, салфеткой работаем пофиг. По грунту, не по грунту, принципиально мазать грунт смысла нет. Тут махонький ремонтик был, к нему не будет доступа у ПДРщика, поэтому я принял решение, чтобы ПДРщик в случае чего, потому что машина же поедет по свежему лакокрасочному к ПДРщику, там на двери есть кое-что убрать, а клеем просто оторвут нахрен, да и все, поэтому подремонтировали. Так. И вот кислотной салфеточкой промазываем так, чтобы все было мокренькое. Оно все мокренькое, красивенькое. Это однокомпонентная кислота. И вот смотрите, это уже была бэушная салфетка, я ей спокойно кузовню по борту прошел, крыло, и вот одну дверь уже все впритык, прям вот совсем впритык, но тем не менее еще он домазывает, и это бэушная. Класс. Сейчас попытаюсь еще эту доработать, гляну, что там осталось, что-то не осталось, что-то. О, фу. Пуля. То есть очень выгодный расход получается. Очень удобно тем, что вот я сейчас помазал. Пойду, пока буду разводить грунт мокрый по мокрому. Не хватает. Буду разводить грунт мокрый по мокрому. А тут все полностью высохнет. Оно, в принципе, уже подвысохло. Вот так они выглядят в банке. Из банки достаем. Закрываем. Продолжаем. О, вот это мокро. То есть тут надо 5, максимум 10 минут и вперед. Очень важно не забыть протереть все липкой салфеткой, потому что все равно какие-то микро-микро ворсюшечки могут выколупываться из салфетки. И если в тупую начать кидать мокряк, у меня просто был личный горький опыт в этом плане. Ну, потом приходится подшлифовывать какие-то сориночки. Эту салфетку кладем в пакет
и убираем туда, где не будет сильно жарко, чтобы она в пакете не высыхала. Это, по-моему, из-под скотча у меня пакет. Как бы вот, сейчас прикрою ручкой бумагой и часть бампера прикрою бумагой, чтобы мокряк не опылом не попадал. Мне надо там кусок протирчики поподпшикивать. Ну, а тут все, в мокряк кинуть. Я маху дал, забыл, что у нас же пластик открытый. Грунт по пластику. И идем разводить мокрячок. А лючок у нас не обдирался полностью, он просто заматывался. Но его тоже кинем в мокряк, чтобы одинаковая была и шагрень, и цвет подложки на... Так, все, пока замешал мокряк, грунты высохли. Еще вот чем удобна кислотная салфетка. Если бы я кислоту кидал с пистолета, мне бы пришлось как-то закрывать пластик, потом отдельно закрывать, либо в разборе красить. Так я себе салфеткой протер, снизу аккуратно пшикнул грунтом по пластику, и все живы, все здоровы. Новые технологии есть новые технологии, поэтому кто там упирается и кричит, что мы раньше красили, у нас все было нормально, а вы тут со своим вот этим новым, ребят, вы далеко отстаете от скорости и качества работы. Взял новую липкую салфетку, развернул, вытряхнул, обратно свернул, и не будет оставаться никогда следов от липкой салфетки, что вы ей протирали. Если вы этого не сделали, у вас могут оставаться следы именно от липкой салфетки. Протираем все. Ничего нету. Протираем здесь. Ага. Протираем все-все-все, прям вот, прям совсем все-все-все, и даже бумагу, вот где соседние части, тоже очень важно попротирать, чтобы не было с нее налета ворсы всякой. Что довольно-таки часто наблюдается, если не протереть, что с бумаги что-то может собственное бумажное слететь и загадить вам всю работу. Ну да, понятно, что это больше касается уже перед лаком, непосредственно там перед базой и перед лаком. Перед мокряком мокряк схавает это все, но тем не менее. Не так уж сильно сложно протереть хотя бы на ширину 2-3 салфеток вот туда дальше, и будет вам счастье. Все проблемы от нашей лени, спешки, лени и нежелания сделать какую-то работу именно вот так, как она должна быть сделана. Странно, что-то тут скотч отклеивается в одном участке. Надо будет хорошо потом... Я сейчас, получается, на ночь кидаю мокряк, а с утра буду краситься. Рано утром встану, приду и буду красить. Потому что просто жарко, ну реально жарко. Оставаться сейчас до часу ночи не хочется просто. Обдуваемся. Что у нас тут произошло? Скоро шлангу кобздец.
Это пистолет антистатический, снимает статический заряд с деталей, особенно с пластиковых, надо уже иглы почистить. И мы обдуваем все, и себя в том числе. И погнали. Чуть-чуть подождем. Вот все. Thank you.
На пластик желательно накидывать два слоя, потому что все, что ободрано было до пластика, оно имеет, ну, ворсистость, хоть и мелкую, но имеет. Если вот лючок, он просто замотован, поэтому туда один слой, то пластик я проходил в два захода. Все. Сегодня нам тут делать больше нечего. Дожидаемся окончания сушки. Прохладного времени утра. И будем красить.